Белый гриб – гриб из рода боровик. Различные разновидности белого гриба произрастают в лиственных, хвойных и смешанных лесах с начала лета до октября, с перерывами, образуя микоризу с различными видами деревьев. Плодоносит так называемыми волнами, в начале июня, в середине июля, в августе. Первая волна, как правило, не слишком обильная, в то время как одна из последующих волн зачастую бывает несравнимо более урожайная, чем остальные. По содержанию питательных веществ белый гриб не отличается заметно от других грибов, а некоторые виды превосходят его по содержанию белков или пищевых микроэлементов. Белков в белых грибах до 5,5% массовой доли, таких как калий, фосфор. Белый гриб используется в свежем, вареном и жареном, сушеном и маринованном видах, при сушке грибы не темнеют и приобретают особый запах. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.